Добрый день, мое имя Владимир Селимонов. Я участвую на фестивале Golden Dime второй раз. И хочу отметить, что уровень профессионализма вырос гораздо. Особенно мне понравились песни. Поскольку я сам вокалист, то мне песни, конечно, и понравились. Ну и хочется поблагодарить, конечно, всех участников за то, что приняли участие, поскольку это развивает наше искусство. И еще я, конечно, желаю огромных успехов организатору Golden Time Инессе. Добрый вечер, меня зовут Юлия Фицайло. Я сегодня в прекрасном городе Лондоне. У нас такой вообще замечательный фестиваль, я о нем не знала. Выступала вот со своей любимой гитарой. Было все приятно, приятные люди вокруг, очень много талантливых и молодых исполнителей. Спасибо за такую возможность, что могла написать песню и выступить. Всем привет, меня зовут Лиза Караманис, я один из организаторов этого чудесного фестиваля Golden Time, который проходит в Лондоне. Кстати, если ты еще не побывал в Лондоне, у тебя есть прекрасная возможность здесь побывать. Тебе всего лишь нужно поучаствовать в нашем фестивале. А что же мне хочется добавить, то что этот фестиваль объединяет детей, мы становимся большой дружной семьей, друзьями, которые потом же дружат на долгие-долгие года. А тебе хочу сказать то, что не потеряй свою возможность, стань звездой, потому что Golden Time – это твой путь к успеху. Поэтому присоединяйся к нам, будет классно и круто. И вообще подписывайся на наш канал, чтобы узнавать о новостях первым. До встречи!